связи с установившейся на территории Волгоградской области высокой температурой уборочная кампания началась на 3 недели раньше запланированного срока. Сейчас полевые работы идут полным ходом, темпы и динамика хорошие. Уже намолочено более 800 тысяч тонн зерна при средней урожайности 27 центнера с гектара. И, как отмечают специалисты, качество зерна хорошее. Сельхозпредприятия обеспечены всем необходимым. Кроме того, в регионе продолжаются работы по заготовке кормов. Началась уборка овощей. На территории Волгоградской области на базе комитета по сельскому хозяйству в круглосуточном режиме работает штаб по координации уборки урожая. Необходимо, уважаемые коллеги, совместно с муниципальными образованиями сохранить набранный темп уборочных работ, минимизировать возможность потерь урожая в сложных погодных условиях и при необходимости оперативно вносить корректировки в план графики уборочных кампаний.